Вода – это сила, которую трудно контролировать. Стена воды всего за пару минут может снести с лица земли целый город. От недавнего разрушения дамбы в Китае до двойного прорыва дамб в США – вот семь крупнейших аварий на плотинах. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Три ущелья, Китай. К началу сентября 2020 года на реке Янцзы в Китайской Народной Республике закончился, как многие думали, ежегодный сезон паводков, который побил все рекорды и по времени, и по объему пролитого с неба. Обычно на этот момент водосбросы на ГЭС «Три ущелья» закрываются, и начинается наполнение водохранилища на зиму. Но в этом году что-то пошло не так, и осадки продолжаются. Сейчас наводнение наблюдается в верховьях бассейна, поэтому о новой волне паводка пока говорить рано. Тем не менее, в ближайшие недели вода спустится с холмов и начнет подпирать дамбу, которой все лето было приковано всеобщее внимание. Кадры, приходящие оттуда сейчас, следующие. Ролик, конечно, немного неполный и слегка порезанный. Тем не менее, в кадр попал хороший кусок бетонной конструкции по краю плотины, выходящему на водохранилище. И там фигурирует здоровенная широкая трещина, протянувшаяся через всю конструкцию. Это не какая-то важная подземная опора, на которой все и стоит, а всего лишь борт ограждения, который вообще можно снести, и никто этого не заметит. Поэтому цензура этот момент и упустила. Но любой инженер знает, что изолированных трещин настенных декораций не бывает. Пока власти Китая держат ситуацию под контролем, но, судя по кадрам, рано или поздно кусок плотины рухнет, и вода там потечет, как через трубу. Когда это произойдет, в каком месте, я не знаю, но слежу за развитием событий. Дамба в Брумадиньо, Бразилия. Это случилось в полдень 25 января 2019 года в муниципалитете Брумадиньо в штате Минас-Жерайс. В результате катастрофического разрушения земляной дамбы хвостохранилища, а это комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенных для хранения или захоронения токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, именуемых хвостами, железорудной шахты Карега-де-Фейяо, с 2001 года принадлежавшей компании Вале, огромное количество токсичной грязи в объеме 12 миллионов кубических метров ринулось вниз по склону, разрушив и покрыв слоем высотой до 15 метров административную территорию шахты, дома работников шахты и местных жителей. Широкий поток ядовитой грязи растянулся более чем на 8 километров, надолго отравив эту местность. Более того, он достиг достаточно крупной реки Параобеба, вызвав и ее токсичное загрязнение, о котором еще долго будут помнить районы, расположенные ниже по ее течению, в которых проживает 1 миллион 300 тысяч человек. Спасать людей и животных из тягучей ядовитой грязи пришлось с помощью зависающих над труднодоступными зонами вертолетов. Обвиненная в трагедии компания Вале была оштрафована на 68 миллионов долларов. На ее счетах было заморожено 1 миллиард 400 миллионов долларов. Ее руководство пообещало закрыть 10 своих хвостохранилищ, дамбы которых были построены аналогично плотине в Брумадиньо, и выплатить семьям пострадавших компенсацию 27 тысяч долларов. Прорыв дамбы на реке Сейба. В ночь на 19 октября 2019 года в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу на Золотом руднике. За дамбой тянулась дурная слава. Региональные чиновники и контролирующие органы об этом знали. Но никто из них не ударил палец о палец, чтобы предотвратить возможную трагедию. Со слов председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, работы по строительству дамбы были выполнены кустарным способом. Полагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм. Работники прииска сообщили, что дамба существовала уже 3 года. Прорывы случались и ранее, но менее масштабные. Рудник принадлежит ООО «Сисим», которая входит в огромный холдинг ООО «Холдинг Сибзолото». При этом ООО «Сисим» проверяли многократно. Ростехнадзор в 2017, Роспотребнадзор и Росприроднадзор в сентябре 2019. О нарушениях данных нет. Проводили проверки и в самом холдинге «Сибзолото». Роспотребнадзор, Министерство природных ресурсов и экологии, Росприроднадзор, Росрыболовство и Федеральная служба по труду и занятости. Сразу после трагедии директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова отправили в СИЗО на 2 месяца. Как и 2 других фигурантов дела о прорыве дамбы на золотодобывающем руднике в Курагинском районе, мастера горного дела и начальник участка. Позже пострадавшим были выплачены компенсации. Марианская плотина. В бразильском штате Минас-Жерайс 5 ноября 2015 года произошел прорыв сразу 2 плотин, сдерживавших сточные воды из шахты по добыче железной руды.
тонны жидкой токсичной грязи обрушились на близлежащие населенные пункты. Прорвавшийся поток токсичных хвостов был настолько силен, что его токсичные следы прослеживались на протяжении 440 километров от дамбы и затрагивали 11 муниципалитетов Бразилии. По предварительным оценкам, материальный ущерб составил около 27 миллионов долларов США. Свыше 630 местных жителей были эвакуированы из-за угрозы прорыва третьей дамбы. Возник риск значительного ухудшения качества питьевой воды штата Минас-Жерайс и соседнего с ним Эспириту-Санту. Шахта, на которой произошла авария, эксплуатировалась компанией Самарка Минеракау. На нее был наложен штраф в размере 66 миллионов долларов. Причины аварии однозначно не были установлены, а в корпорации BHP Billiton, которой принадлежит доля в Самарка, настаивали, что была иная причина прорыва. По одной из версий, процесс разрушения плотины был запущен под воздействием сейсмической активности и сильных дождей. В дамбе образовалась течь, так как давление отходов на стену дамбы крайне велико. Малая трещина быстро расширилась, что и привело к катастрофе. Дамба в Лаосе. В июле 2018 года произошел прорыв дамбы на юго-востоке Лаоса. Мощный поток воды смыл несколько деревень и разрушил тысячи домов. Власти начали поисково-спасательную операцию. Недостроенная дамба стоимостью в 1 миллиард долларов была частью крупного энергетического проекта, который по замыслу правительства должен превратить Лаос в батарею Азии. Большая часть вырабатываемой электроэнергии уходила бы в Таиланд, испытывающий острую нехватку мощностей. В общей сложности на провинцию обрушилось 5 миллиардов кубометров воды. Этот объем соответствует 2 миллионам олимпийских бассейнов. Как рассказывают очевидцы, пытаясь выбраться из зоны бедствия, женщины проходили километры пути по колено, а где-то по пояс в грязной воде с детьми на руках. Мощный поток разрушил более тысячи домов. Большая часть расположенного поблизости дамбы поселка, как видно на кадрах, сделанных с борта вертолета, ушла под воду. Точная причина прорыва дамбы неизвестна. В последнее время в регионе шли сильные дожди, которые привели к наводнениям. Строительство дамбы началось в 2013 году. Работы должны были закончиться в 2018 и в 2019 году. Дамба должна была быть введена в строй. Аравийская плотина, США. В феврале 2017 года самая высокая плотина в США, расположенная в озере Аравил, буквально на глазах стала разваливаться из-за вызванной дождями эрозии основного и вспомогательного водосбросов. В первых числах февраля 2017 года водосброс указанной дамбы закрыли, так как сотрудники заметили, что поток воды идет неравномерный. После остановки потока инженеры обнаружили зияющую дыру в бетонном желобе. 9 февраля 2017 года дыра выросла до размеров 14 метров глубины, 90 ширины и 150 длины. Наиболее опасная ситуация в Аравиле наблюдалась 11 февраля 2017 года. Именно тогда власти заявили о том, что из-за прорыва плотины уровень воды в реке, протекающей через основные населенные пункты в опасных районах, может подняться до критического уровня. Слив воды через аварийный водосброс прекратился вечером 12 февраля. На следующий день начались работы по выравниванию и укреплению склона под ним, но дальнейшая эксплуатация аварийного водосброса без проведения серьезных ремонтно-восстановительных работ была невозможна. Восстановление и усовершенствование водосбросных сооружений Аравийской плотины после аварии заняло более 2 лет. На 5 сентября 2018 года общая стоимость ремонта и реконструкции водосбросных сооружений оценивалась в 1 миллиард 100 миллионов долларов. Дамба в Мичигане, США. Вечером 19 мая 2020 года из-за предшествовавших паводков, переполнивших водохранилище, а также сильного ветра, заставлявшего волны переливаться через край плотины, обрушился критический участок дамбы в Эдемвилле, штат Мичиган, что привело к затоплению большой территории, расположенной ниже по течению. Ниже по течению, приблизительно в 15 километрах, находилось еще одно водохранилище и еще одна дамба, так называемая дамба Сэнфорд. Спустя пару часов оно тоже было разрушено бушующей водой. Это привело к полномасштабному наводнению в округе Мидленд. Уровень воды поднялся почти на 3 метра. В результате 11 тысяч жителей района было эвакуировано, а общий ущерб от стихийного бедствия оценивается в 200 миллионов долларов.
В докладе Маккинакского центра государственной политики, центр Маккина, говорится, что таких разрушительных последствий можно было бы избежать, если бы фирма Boys Hydro, владеющая плотинами, проводила необходимые ремонтные работы. В докладе также уточняется, что вопросы эксплуатации данных гидротехнических сооружений находились в ведении не только самой компании Boys Hydro, но и правительственных органов, отвечающих за регулирование плотин, Федеральной комиссии по регулированию энергетики и Мичиганского департамента окружающей среды, Великих озер и энергетики. Судя по всему, владелец плотины, правительство штата и даже федеральное правительство постоянно отказывались обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию этих плотин. На этом, друзья, все. С вами был профессор Гуглов. Завтра увидимся в новом видео. Не пропустите. Будьте здоровы. Пока-пока.